Ребят, всем привет! У нас сегодня официальное открытие Хаски город на Уктусе. Вот, и мы хотим вам показать такую экскурсию, что вас ждет и какие же питомцы у нас здесь поселились на Уктусе. Ребят, вот смотрите, какие у нас собачки. Может, расскажете, есть ли у них имена у каждой? Есть? Да, конечно. Как зовут? Собаки есть, это Тайга. Так, Тайга. Четверка Юки. Ну, четверка Юки. Четверка Юки? Да, ну, в смысле, это четверка. Ага. Прям кличка такая. Это четверка. Юкиона. Юкиона. О, какие все. А, это кто у нас? Это у нас Киба. Один из самых больших кобелей. Ага. Мальчиков. Мальчик. Так, дальше. Так. Это у нас Белёна и Чукотка. Так, Чукотка это? Чукотка вот коричневая, это. Да. Чукотка. Все, Гладиса подошла. Да, конечно. Собачки же они, и с ними можно и фотографироваться, да? Да, абсолютно. То есть они доброжелательны. Никакой агрессии людям не нету. Угу. Расскажите вообще, какие услуги доступны для всех жителей города Екатеринбурга? В летний период доступны услуги фотографирования с собаками, общения с собаками с сибирской хаски породы и аляскинской хаски. Вот. И сейчас у нас есть услуга dog-trekking, это кросс-поход с собакой. То есть в летний период это доступно? Да, со следующей недели мы запустим эту услугу. Ага, а что зимой можно будет? Зимой у нас катание на собачьих упряжках, также фотографирование, прогулки с собаками будут, а длинные и короткие дистанции. Угу. Мы катаем детей и взрослых, то есть без всяких ограничений. А расскажите про условия, вот по стоимости, сколько что стоит и где оплачивать? Оплачивать у нас в кассе проката сейчас стоит 150 рублей с человека всего. Это чтобы к вам это зайти? Посещение, да. Uh-huh. Dog-trekking будет стоить от 200 рублей за 2 километра. И uh-huh. Были вопросы по поводу фотосессии. То есть вот можно ли групповую фотосессию сделать с собачками? Вот эта стоимость входит именно в посещение? У нас групповое посещение будет стоить 100 рублей с человека от группы от 10 человек. Uh-huh. Вот, фотосессия с собакой у нас будет стоить 500 рублей полчаса. Понятно. Расскажите, вот собачкам вот нашим, вот, которые мы сейчас снимали, им сколько лет? Так, собакам 5 лет. 5 лет. А самые маленькие жители хаски города? Маленькие, полтора месяца. Может быть, пройдем к ним? Совсем, да. Так, ребята, мы идем к малышам. То бишь мы набираем. Вот они, вы посмотрите. Как зовут этого малыша? Этот у нас самый старший щенков, ему 4 месяца, его зовут Граф. Ага. Тело скуши такие. Граф. А там, ребята, есть девочки в коллективе? Девочек здесь нет, а здесь так вообще есть. А так есть, да? Ясно. Все. А с малышами что можно делать? Потискать, малыша полоскать? Можно залазить туда, фотографировать, да. Который граф постарше, он на поводочке ходит. То есть его можно выгуливать? Да. Ну вот, уважаемые родители, все дети, которые просят собачку, вы можете прийти к нам и выгулять графа у нас по территории Уктусского спортивного комплекса. Ну что делать это? Так, ну вот, видите, уже тут ребятки есть, все с ними фотографируются. А вы в первый раз? Да. И какое впечатление у вас от нашего хаски города? Прекрасно, они такие нежные. Вон, видите? Да, лоскуши. Ребят, ну, в общем, мы работаем каждый день с понедельника по воскресенье по графику работы нашего комплекса, спортивного комплекса Уктус. Ждем всех. И получайте позитив от таких собачек классных, да? Все, всем приятного дня и отличных выходных. Пока-пока.